самом центре Люберец на Звуковой улице появился новый всесезонный каток. Его обустроили в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». На торжественном открытии ледовой площадки побывала наша съемочная группа. До начала считанные минуты. Ледозаливочная техника делает контрольный выезд на площадку. Рядом с катком уже открыта зона фудкорта, где можно выпить горячего чаю или кофе. В теплых раздевалках первым посетителям выдают на прокат коньки. Все в ожидании начала праздника. Гостей поприветствовал Владимир Волков. Глава округа отметил, что новая ледовая площадка станет местом притяжения жителей до середины весны. Благодаря современным технологиям каток будет работать даже при плюсовой температуре. У нас есть один искусственный лед на Наташинских прудах, но его явно не хватает. Это место было выбрано как раз-таки после пожеланий всех жителей. Мы будем ждать здесь всех, кто пожелает прийти заниматься спортом. Открылся каток показательным выступлением воспитанниц отделения фигурного катания Люберецкой комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Качество льда фигуристки оценили. Он хороший, я сюда всех приглашаю покататься. Много народу, это приятно, классный вид, украшен. Спасибо большое за такую возможность. Очень рада здесь выступить и в будущем тренироваться. Да. Каток на Звуковой улице открыт для всех желающих с 10 до 22 часов каждый день. Один сеанс длится 1,5 часа. Вход со своими коньками свободный. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.